Громкое дело о договорных матчах в белорусском футболе сегодня получило продолжение. Гособвинитель предложил Вячеславу Замаре, Юрию Сироквашко и Владимиру Маковскому меру наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительном учреждении открытого типа. Ярослава Лемика предлагают лишить свободы сроком на 2 года, а Виталию Желудку грозит ограничение свободы на такой же срок. Остальным участникам процесса предлагается выплатить штрафы. Окончательный приговор планируется вынести 12 октября.